Hebrew University в Иерусалиме, то есть еврейский университет Иерусалима. Просто газета «Правда» в 25-м году написала, что открылся еврейский университет. Университет зовется еврейским, поскольку студент должен быть кем угодно, хоть чукчи. Но учиться будет на иврите. Вот это была фишка, что называется, да? Теперь, дорогие мои, если вы впервые въезжаете в Иерусалим, а, проснитесь, б, проснувшись, прикройте глаза на ближайшие 30 секунд и держите равнение на левее. И держите равнение на левее. Ибо разным бывает свет в конце туннеля. А мы с вами под Елеонской горой сейчас. Да, под масленичной, под оливковой. И вот как мы с вами выныриваем. Да. Открываются глаза широко-широко. Вот туда налево зрите. Вот он, Иерусалим у ваших ног. Не торопитесь фотографировать. Через пару минут на смотровой площадке будем. Руки дрожать не будут.